«Мы рядом ради перемен». Такое название носит премия губернатора Московской области. Имена победителей объявили во время торжественной церемонии. Ведущими вечера были Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев. В этом году лауреатами стали 500 человек со всего региона. Награждение было в 4 категориях, а призовой фонд составил 80 миллионов рублей. Так у нас в Подмосковье заведено, что большое, огромное количество людей и в этом зале, которые сейчас дистанционно нас видят и присутствуют здесь, они помогают людям бескорыстно. Премия лишь для того, чтобы еще раз показать важность этих дел. И что самое интересное, все деньги эти люди опять инвестируют в свои добрые дела. Это всегда вызывает уважение. Лауреатами премии стали 7 химчан. Проекты этих людей касались различных сфер жизни – экологии, благотворительности, улучшения городского пространства, а также образования. Екатерина Плескунова ведет театральную студию в лицее номер 7. Ей удалось реализовать проект по модернизации актового зала, совмещенного со столовой. Безусловно, это очень приятно. И, конечно, это здорово, когда такие, ну, проекты поддерживаются, и что мы не одни, а вместе, рядом есть поддержка. Это здорово, очень приятно. Конкурс учрежден губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей. За 7 лет в нем приняли участие более 250 тысяч человек, и более 12 тысяч заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей.